Привет! Мы из Ульяновска. Мама троих детей, любительница путешествовать и фанат своей работы. Именно так о себе отзывается Гульнара Багаутдинова. Для нее быть инженером – призвание, требующее безупречных технических знаний и дисциплинированности. Мне нравится создавать что-то новое, проектировать. И итогом всей этой работы уже видеть готовый результат. Совершенству нет предела, и свой талант решила показать на конкурсе «Инженеры года». Наше предприятие на сегодняшний день отапливает, эксплуатирует более 200 теплоисточников. И аварии бывают. И чтобы исключить эти аварии или и было комфортно населению, была придумана, разработана передвижная блочно-модульная котельная, мобильная на шасси. Быстро доставляется до пункта назначения, сокращает время проведения аварийно-восстановительных работ. Именно такого функционала компании не хватало в 2020 году. Зимой в поселке Теренга произошел порыв центральной теплосети под единственной дорогой, связывающей с внешним миром. Столбик термометра тогда опустился до минус 40 градусов. У жителей поселка на счету была каждая секунда. Пытались запустить, значит, котельную, но из-за того, что там был порыв не в одном месте, а в нескольких, и вскрывать вот эту дорогу, единственную дорогу, которая связывала поселок с внешним миром, естественно, было нельзя. Соответственно, проводились работы, и прокалывание там проводилось, будем так говорить, очень трудоемкие, затратные и, самое главное, очень долгие в временных рамках. Соответственно, вот тогда и родилась такая идея. Спроектировали и собрали. Сегодня эта конструкция ждет своего часа. К счастью, подобных аварий больше не случалось, однако нерешенными остаются и другие задачи. Сейчас Гульнара вместе с коллективом разрабатывает новый проект, который планирует представить на следующем конкурсе «Инженеры года». Екатерина Горбачева, Максим Архипов, репортер 73.